Как бы мне крапиву надрать, а? Перчатки. А без перчаток? Вон, ну, лист какой-нибудь, лопух или что. А то в прошлый раз походили, походили, я не надрал ее. Мы с тобой одной крови, ты и я. Вниз. Это крапива. Привез сейчас крапивы. Вот я ее обтрес немножко посмотреть. Комариков каких. Вот ползет маленько. Вот еще один. Вот еще комарик какой-то. Все, теперь я беру 3-литровую банку. Здесь я разбодяжил 150 грамм меда. Теперь эту крапиву я туда заталкиваю. Я еще так помять ее надо. Ну, маленечко, вот так вот. Вот так еще помну я чуть-чуть. Вот так вот, всяко разное. Раз, 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 такими комочками. И туда ее. Вот еще. Прямо вот так вот я ее сейчас раз, раз, раз. И туда. Еще один комочек давай. 1/3 банки надо мне. Ну, я думаю, хватит. Конечно, достаточно. Вот 1/3 банки. Раз, раз. Ну, еще можно чуть-чуть. Давай еще, наверное, вот эту еще одну. Затолкаю все-таки я ее. Вот так, вот так, вот так вот я ее. Все, все, 3 комочечка получилось крапивы. Вот так я ее сейчас туда. Вот теперь будет 1/3 банки крапивы. Все хорошо получилось у меня. 150 грамм меда. Привез водички родниковой. Вон она у меня водичка родниковая. Заливаю. Вот так вот. Все. Все четенько. Все вылью. Вот так. И все. На 3 дня. Если солнышко будет, поставлю на солнышко. Так как сейчас солнышка нету, я ее сейчас тряпочкой. Не тряпочкой, а вот. У меня есть салфетка. Салфетка закрываю. Просто салфетка закрываю. Беру резиночку. Все. Сейчас поставлю на подоконник. Ну, солнца нет у нас сегодня. Я поставлю на плитку. Включу маленько, чтобы ее подогрело. И потом плитку отключу. И будет она стоять у меня 3 дня. Во, квас получается. Вот такое квасище. Сурица называется. Погнали, ставлю. И еще, по мере того, когда будет стоять, утро-вечер, деревянной палкой обязательно, обязательно помешивать. Иначе закиснет. Вот здесь станет шапкой.
плесень появится, и все, и завоняет, и все труды напрасны, напрасные будут. Снова всем здравствуйте. Ну вот моя сурица подошла к концу. Сегодня третий день. Я ее отжал. У меня такой клубочек крапивы получился. Ну, не показывал я вам, как я это все тут заливал. Сами знаете. Получился вот такой вот цвет у нее. Как барматуха. Раньше пиво делали, браву. Сейчас попробуем на вкус. Ну вот полстаканчика я зарядил. Короче, кисло-сладкая по вкусу, в ней порой столько грусти. Фу, ну, в общем, вкусно. Пробуйте. Ну, квас. Как квас. Из крапивы. Мне кажется, чуть побольше надо меду. Ну, это мне так кажется. Но так вкусно. Сейчас еще в холодильнике постоит. Говорят, что после холодильника она там отстоится, еще будет вкуснее. Все, будем пробовать чистить кровь. Нам это надо. Ну все, всем спасибо, до свидания.